Друзья, привет! Был у меня опыт проведения двух девочек. И расскажу как бы об одном эпизоде. Это было уже третье погружение одной из девочек. И самое что интересное, как я это наблюдал. То есть я включился, девочка спит. Вторую мы не проводили, потому что она утомилась и физически, и морально, потому что она целые сутки была в погружении, и, короче, не могли ее разбудить в обычными способами. Пришлось погружаться и выдергивать ее. И поэтому она как бы отстрелялась за два дня одним погружением. Третья она не решилась и не осилила. Вот. И, короче, опыт. Девочка у нас уснула. И я вижу, я когда включился такой, я пошел такой, а там как раз девчонки готовили покушать. И там салатик был вкусный. И я такой говорю: так, мне, говорю, это кушать наложите, пожалуйста, потому что у меня есть несколько минут, я прям чувствую, что она скоро проснется. И я чувствую, прям ощущаю, я вижу временные какие-то мерки, временные рамки, да, что я не успеваю доесть салат. Не знаю, что там произойдет, но я вижу, что я не успеваю доесть салат. И вот я ем быстренько, ем салат. Она лежит и не подает никаких признаков, то есть спит просто, да. И вот я начинаю, уже половину доел, я быстро тороплюсь, потому что я прям уже вижу, что не успеваю. И в этот момент она начинает ворохаться, там, суетиться, там, просыпаться. И я еще быстрее ускоряюсь, потому что вижу, ну не успеваю, я хочу просто доесть салат. Салат был вкусный. И ты еще и в трипе, там все вкусно. И, короче, она начинает просыпаться. Я быстренько доедаю, она просыпается. И в этот момент она начинает там говорить, что что-то там что-то происходит. Там, короче, не помню слова. И она начинает орать. И орать не просто так орать, а как бы... Она орет во все горло. Прям орет, крутится по матрасу и потом ползет. Ползет по коридору, как бы по комнате, да? И орет очень громко. Женщины у нас напугались, вот немножко так разволновались. А я вижу и наблюдаю это как... И мне так смешно даже было, даже весело так немножко. Я вижу, что там ничего такого нету. И говорю, и показываю, не трогайте ее. Пусть это. Ползет. А она потом рассказывает, что она рождалась. Что она ползла. И вот эта боль, рождение. И вот она рождалась. Вот она так вот таким образом рождалась. Заново. Вот у нее были вторые, можно сказать, роды. Вот, и вот она родилась, тоже интересный, как говорится, опыт. И я уже чувствую, что там уже немножко не доел салата, да, жижку выхлебать оставалось. Я вот стою, ну я чувствую, когда надо подойти к ней. Встаю, беру ее, это, прикасаюсь просто за голову, да, к голове прикасаюсь. И так и вот. Татьяна. Она такая: чё? Перестает орать. И это. В тот момент ты знаешь, что нужно говорить и что делать. И нужно контакт создать. Я ей просто: посмотри на меня. Она: посмотри на меня. На меня посмотрел, так: о! Включается сразу. Я сажусь на пол, она рядышком там
своими делами занимается. Я видео, кстати, кадры покажу. Эти кадры будут замазаны, поэтому не парьтесь. Эти кадры попросили не показывать. Поэтому в таком замазанном виде, вы, по крайней мере, услышите, что там происходит. Но не увидите в четкости, как говорится, да? Поэтому не парьтесь. Кадры будут в конце. Но как вот интересно просто эффект, что человек родился. Родился как бы второй раз, да, при жизни. Вот это и есть, как говорится, одно из элементов пробуждения, тоже пробуждение. Человек берет и рождается еще раз. Вот. И она включилась. И я ее как бы в это состояние вытягиваю. И она в этом состоянии в полной как бы адекватности начинает пребывать. Она, конечно, не конкретно адекватна, как вот выгляжу я, да? То есть там можно будет увидеть, как выгляжу я в этот момент. То есть я как будто никаких грибов-то не принимал. Но нет. Это просто вот я так включен. Я так включаюсь, если надо, я так включаюсь. Вот. И в этом состоянии несколько часов вот она пребывала. Все видела. Меня видела. Всех видела. Все видит по-другому. Видит без шор. Видит, где что происходит. Видит какие-то моменты. Будущее, прошлое, еще что-то. Все рамки такие рушатся. Социальные рамки, любые рамки. Все что угодно. Просто слетает. Поэтому человек ведет себя совершенно по-другому. У него уже нету никаких установок, ничего. То есть человек становится собой в этот момент. Остаются ощущения, там какая-то боль, еще что-то, да. Но человек вот другой становится. Вот хотел просто описать вот этот момент пробуждения. Вот. Ну и, конечно, тоже мне было очень интересно и приятно, можно сказать, да? То есть человек у меня увидел, ну как надо на самом деле. Не как надо, а как... человек меня увидел. Очень интересно, когда люди вот так вот погружаются, и у них хорошие такие погружения, они начинают видеть людей, себя, еще что-то через определенные те глубокие, эти духовные призмы. Очень интересно. Так что так вот, видос тоже в конце залеплю. Кто посмотрит, тот посмотрит. Кто не посмотрит, или кто видео там вначале там посмотрит и убирают, как говорится, заклевают, значит, ему не нужно это видеть. Значит, ему не надо этого видеть. Значит, так. Так что, друзья, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии, кидайте донаты. Вот. Внизу под видео... В комментариях у меня будут ссылочки на телеграм-канал, у кого я беру пантерный красный мухомор. Гриб классный, как наш уральский. Так что так вот, ребят. Всем пока, всех люблю. Давайте очень аккуратно всем этим занимайтесь. Лучше с помощниками. Все, пока, ребят. Ha ha ha!
Аня! 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 Да. Привет. Да, привет. Да, я тут. Да, 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 Аня, я здесь. Да! Иди сюда. Да. Меня да. Посмотри. Я смогу. Я смогу. Посмотри все равно. Все равно, да. Да, 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 да. Посмотри. Да. Посмотри. Глаза открой. На меня посмотри. Да. Да, да, да. Да, 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 ладно. Я все равно тебя знаю. Все тебя знаю, я все равно сделаю. Сделаю, блядь, сделаю. А что делать? Сука, сука, все сделаю. Все сделать? Все сможешь, сама? Все смогу, сама смогу. Все блоки свои сломаю. Все блоки свои сломаю. Молодец, я. Молодец. Давай, посидим, поговорим. Говори, давай, давай. Видела, сколько у тебя блоков? Нет. Не видела? Нет. Не увидела. Посмотри, что тебе держало. Я помню миры все. Много миров. Миров много. Много миров. Ты пробудишься. Ты создал. Ну, я не помню, создал ты все или... Ты хороший очень. Надя хорошая очень. Ты не помнил, быть помнишь ты или помнишь я не. Но я, когда пришла сюда, я не помнила вашей жизни. Мы плевались так друг на друга. Я прокрутилась, но почему-то опять пришла сюда. Ну, так положено. Зачем я не знаю? Потому что надо вернуться в это тело. Да зачем это надо-то? Потому что так договорено. Я не помню, с кем я договаривалась. Ну, не помнишь. Я помню, много жизни прошло, много, но... Бывает. Зачем это надо-то? Мне ничего, в принципе, много-то не показали. Не показали. Не показали. Большущее пространство. Огромное пространство. Огромное пространство. Я расстроилась, что я что вы меня пробудили, а я нет. Много-много. Ничего не чувствовала. Вот ничего не чувствовала. Огромное пространство. Огромное. Со мной кто-то был. Было, не было. Тоже нормально. По бокам очень много миров, круглых шариков. Было сложно рождаться. То есть, было понимание, что да, я это сделаю. То есть, вот я боролась, была борьба дикая. Через роды были через борьбу. Через борьбу роды были. Просто я... роды были. Это просто были роды, вот реальные роды. Природы. Я рождалась настырно, нужно очень упорно. Женя говорит, добиваться упорством. Всего добиваться упорством. Я прямо чувствовал, когда ты сейчас начнешь. Я поэтому торопился быстренько салат доесть. Ты еще спал. Чуть-чуть не успею. Я знал, что не успею доесть салат. Как раз и не успел немножко. Прям чувствуешь и видишь, что сейчас начнется. Сейчас начнется. Роды. Роды. А? Как сладкие. Роды начинаются. Сейчас начнется. Роды начинаются. Я еще девчонкам говорю такое. Давайте вначале поедим. Она сейчас нам поесть не даст.